Всем привет, дорогие друзья! Свой сегодняшний видеообзор я посвящаю проекту под названием Orbium. Знаете ли вы, что научная издательская индустрия является одной из наиболее прибыльных в мире? Наиболее крупные издательские компании публикуют до 70% от общего объема поступаемой в сеть информации. Но, несмотря на такое стремительное развитие этой отрасли, научные издатели все же используют неудобную систему тройной оплаты. То есть издатели продают свой продукт обратно университетам и правительственным учреждениям. Исследовательские институты критикуют данную экономическую модель, ведь она ставит под угрозу рост и распространение научных знаний. Существующая модель публикации научных материалов имеет еще такие проблемы, как, например, отсутствие вознаграждений, высокие затраты на публикацию и распространение материалов довольно низкого качества. Проект Orbium создан для повышения эффективности рынка научной публикации, и его конечная цель состоит в том, чтобы сервис Orbium стал крупнейшей площадкой, которая объединит представителей исследовательского сообщества. Данный сервис использует уникальную бесшовную интеграцию инновационных технологий. Экосистема проекта состоит из умных контрактов, эфириум блокчейна и также из децентрализованных решений, которые предназначены для надежного хранения данных. Благодаря аналитическим инструментам на страницах научных сайтов будут публиковаться только проверенные и актуальные данные. Платформе Orbium будут надлежать такие вот особенности, как, например, оперативность загрузки материалов, то есть информация будет становиться доступной сразу же после публикации. Также будут сохраняться авторские лицензии, права, то есть автор сможет контролировать, где и как используют его материалы. Затраты на публикацию и получение доступа к информации будут оптимальными, то есть монополистические структуры не будут оказывать влияние на формирование стоимости услуг. И пользователи смогут ознакомиться с прозрачными решениями. Исследовательское сообщество сможет публично определять обоснованность проведенного исследования. И, конечно, помимо этого, сервис Orbium поможет исключить так называемые хищные схемы, конфликты между сторонами, которые возникают из-за плагиата. Рецензентам, которые выступают от лица Orbium, будет гарантировано публичное признание и довольно достойное финансовое вознаграждение. Абсолютно любой пользователь сможет создать учетную запись для получения доступа к системе. Платформа Orbium будет осуществлять поддержку наиболее популярных способов аутентификации. И помимо этого, исследователи будут использовать для аутентификации метод ORCID. Благодаря ему удастся предотвратить подмену личности. Для этого пользователи должны будут обязательно подтвердить факт владения электронным кошельком. И для этого им придется отправить транзакцию на блокчейн с применением случайного ключа. Его вам предоставит платформа. Авторы будут предоставлять письменные материалы на сервис Orbium в качестве доказательства собственного авторства. Это все будет сохраняться в блокчейне. Автору Orbium предлагается абсолютная прослеживаемость действий, которые проводятся с их материалами. При необходимости пользователь также сможет предоставить обновленные версии рукописи. В процессе предоставления научных материалов автор сможет указать оптимальное количество токенов Orbium, которое будет предоставляться для поощрения другим участникам системы. То есть это будет за оставление отзывов, прохождение опроса и так далее. Какие отзывы будут достойны оплаты, автор будет определять самостоятельно. Подобная модель работы устранит любые барьеры входа в систему Orbium. Каждый, кто активно работает на платформе, в обязательном порядке получит свое вознаграждение в виде токенов. Они могут впоследствии использоваться для выполнения различных действий на платформе. В процессе проведения ICO, которое уже скоро намечается, каждый желающий сможет купить токены Orbium. Стоимость одного токена будет равна 10 центам. Также здесь разработчики установили хардкап на уровне 20 миллионов долларов.
Для оплаты вы сможете использовать биткоин, эфир и также фиатные средства. Ну и здесь, в принципе, весь список перечислен. Здесь также вы можете найти распределение токенов и распределение средств. На этом мой видеообзор подошел к концу. Я надеюсь, я смогла вас заинтересовать в данной платформе, ведь она на самом деле очень интересная. В описании под видео я предоставлю все необходимые ссылки для того, чтобы вы более детально изучили данный проект. Прочитайте обязательно техническую документацию, подпишитесь на социальные сети и не забывайте подписаться на телеграм-канал. С вами был Пушистый Биткоин. Всем спасибо за внимание, всем пока.